Вторая жизнь новогодних деревьев. Сотрудники зоопарка принимают от жителей региона ели и сосны, которые уже пришли в негодность и свою праздничную функцию выполнили. Хвойные пойдут на корм копытным, птицам и даже хищникам. Также будут служить в качестве подстилки для малышей. Деревьями украсят вольеры зоопарка. Акция продлится до 27 января. Деревья принимают штучно и целыми партиями от магазинов. Все вопросы по телефону 30 09 58. Приносят елок много, и требованием является то, что они не должны содержать мишуры, каких-либо украшений, так как это может повредить здоровью животных. В елках содержится большое количество витамина С, поэтому его охотно поедают копытные животные, в частности это олени, зубры, так как в естественной среде это является их кормом.